Селекционно-семеноводческая компания «Спорос» построила самый большой, современный и высокотехнологичный семенной завод на Дальнем Востоке. Он расположен в городе Бикин в Хабаровском крае. Строительство началось летом 2018 года. И еще на стадии проектировки объекта никто не верил, что можно построить завод в рекордно сжатые сроки. Но уже весной 2019 года талантливыми инженерами «Спорос» завершились строительные и пусконаладочные работы. А в мае была выпущена первая партия подработанных семян сои сорта «Батя». Поставщиком оборудования для зерносушильного комплекса и семенной линии является датская компания «Кимбрия», мировой лидер по производству оборудования для семенных заводов. Семенной завод полного цикла выполняет все этапы подработки, начиная с приемки, предварительной очистки и сушки, а также хранения, и заканчивая подработкой семян на семенной линии, включая протравливание семян. Система управления «Кимбрия» сочетает в себе десятилетний опыт работы с новейшей технологией автоматизации. Наши инженеры-технологи могут получать доступ, контролировать и управлять процессом из одного или нескольких мест. Проектная мощность завода. Приемка и предварительная очистка – 50 тонн в час. Сушка – 18 тонн в час. При съеме влаги с 20 до 14%. Хранение – 12 тысяч тонн семян сои. Обработка семян – 10 тонн в час. Калибровка на две фракции. Готовый продукт упаковывается в биг-бэги. «Спорос» – это современные технологии для вашего высокорентабельного урожая.